Так. Мне, блин, лампа отсвечивает. Мне так не нравится это. Раз переставить. Блин. Вау, вообще я готовилась уже ко сну. Хотела ложиться спать, но мне посыпались в личку вопросы. Ваши читаю комментарии, которые спрашивают меня постоянно, что такое бальзам корень. Вчера у меня видели видео, как я лечила своего ребенка без фармацевтических продуктов. И я лечила ребенка только нашим продуктом, который пользуюсь сама и который рекомендую вам. Это спрашивали про такой бальзам корень. Это такой легендарный продукт, который создан в Сибири и состоит из 16 трав, из масел 16 трав, из самого сердца Сибири, так скажем. Он идет от множества, где его можно применять. Во-первых, это простуды, инфекции, вирусы. Вот вы видели, я вчера ребенка своего мазала спину, грудь. Когда температура, можно мазать руки, ноги. Вот я вот эту область груди, спинку, шею постоянно мажу. Ну, когда ребенок болеет, я мажу, чтобы не поднималась температура, тоже эффективно помогает. И также помогает при усталостях, после физических нагрузок каких-то. Допустим, я, когда в огороде у бабушки очень часто работала, я бывала такое, что у меня просто и ноги болели, и спина болела, и я просила мужа мазать, мы мазались оба два, нам очень классно помогало, и он, кстати, пахнет очень вкусно, ёлкой, прям такой бани, прям такой пихтовый очень запах, такой классный. И он еще помогает для суставов. Бабуля у меня мажет им суставы. Она тоже всем рекламирует, всем предлагает. Отправила посылочку своей сестре. Это тоже очень классный продукт для суставов. Он идет в многих программах, которые... Поехали. Которые идет для лечения и профилактики суставов. Также можно мазать. Так, мы куда-то поехали опять. Также девушки, которые страдают мастопатией, можно мазать 2-3 раза в день грудь. Точно знаю, помогает, потому что я читала отзывы об этом продукте. Девчонки мажут грудь при мастопатии. Головные боли, мажут виски, вот эту область, чтобы головка у нас не болела. Также в, как он называется, гайморит. Вот эту Т-образную надо смазывать. Бабушка у меня так делала, бабушке хронический гайморит, и она мазала у меня этим корнем свою Т-образную зону. Дальше он идет еще для поражения кожи, для от укусов комаров. То есть летом я им спасалась, когда у меня деток тоже, и меня, и на даче, и на улице кусали, и прям особенно от мошек такие большие волдыри. Я мазала, и вообще ничего не оставалось. А, кстати, еще классно он помогает от ожогов. Вообще идеально. У меня уже тут ничего не видно, но я тут ошпаривалась где-то в августе, ошпаривалась вот этим мизинцем. И у меня был такой сильный рубец. Я мазала, и у меня через 3 дня все засохло, корочки, пузыря не было, корочка такая появилась, и быстро-быстро все прошло. Тоже очень классно помогает. Также, я уже не помню, там очень большой перечень, чего он помогает. Зубная боль, можно на ватный диск накладывать и прикладывать. Также можно им полоскать горло, когда у вас ангина. Ну, то есть надо водичкой разбавлять, конечно же. И, блин, очень много, вот, если честно, это такой продукт, который можно применить в любой области, в любом своем каком-то недуге. Тоже это классно. Девочки у нас еще экспериментировали на цветах. Я попробовала, конечно, я еще только попробовала, я пока не поняла, насколько у меня они выросли, но потом вам покажу эффект.
Они, я также делала, как они, 10-15 капелек на 2 литра воды. И поливать цветочки можно в пульверизатор его добавлять также пару капелек и опрыскивать. Говорят, очень хорошо, но я попробовала буквально на днях, еще пока не поняла. Но с цветами у меня всегда проблемы. Я вроде цветы люблю, но я забываю за ними ухаживать, потому что я то в работе, то я на даче в разъездах, то я путешествую, где-нибудь у меня есть, а цветы мои бедные страдают. Вот, я надеюсь, я ответила на все ваши вопросы. Если у вас, если вы интересовались именно этим, я так поняла, что вы мне писали именно про него, чем я мазала. Но я, в принципе, я мажу очень много чем. И у меня все, буквально все у меня от нашего сибирского здоровья, все продукты. Вот. Так, вроде я все сказала, что хотела. А, ну, цена такого бутылечка, кстати, это 250 миллилитров. Его хватит очень надолго. То есть вам всегда нужно по таким, по маленьким капелькам. Теперь экспериментирую. Вот такая вот капелька вам нужна на какую-то область. Немного. И его хватит надолго. Это 100-440 рублей. То есть можно на год, наверное, его расходовать. И то не до конца израсходоваться. Но у нас на семью, мне кажется... Ну, вот я давно уже купила. Я даже не знаю, сколько там бутылка непрозрачная. Я не вижу. А, еще такой есть. Точно такой же, но в коричневом флаконе. Ну, вот этот более зеленый, более безопасный для детей. Я уже не помню, какой там по эфирным маслам один, ну, один и тот же состав, но в этом нет какого-то компонента, который есть в коричневом в таком же. Вот. Так, надеюсь, я на все ваши вопросы ответила. Чтобы вам каждый в личку не ходить, я решила вам записать такой прямой эфир. Поэтому, так. Ага. На этом я с вами прощаюсь. Всем доброй ночи. Всем пока.